Здесь мы четко можем видеть, что конкретно мы укрепили как. Здесь видно существующие трещины, которые были, и наше укрепление, то есть здесь видно темный раствор и белый раствор. После того, как нами было заложено 12 арматура, а после того, как мы сделали более густым раствором наполнение швов, напомню, что мы 12 арматуру ровно посередине кладочки поставили, для того, чтобы стянуть эту часть угла, и существующая трещина не пошла. Сейчас мы сделаем обрызг цементным раствором. После этого установим натяжные маячки, поставим сетку и будем штукатурить уже гипсовыми штукатурным раствором МП-75. И после этого стена наша придет в божеский вид. Я думаю, отстояла она здесь 150 лет, мы еще немножечко тебя подшаманим, и ты у нас еще 400 недель юбилей справишь. А сейчас надо немножко потерпеть. Будет больно?